На опыт Мела Гибсона, Ронни Вуда и еще куча голливудских звезд, которые встречались с русскими моделями, а потом со скандалом с ними расставались, Микки Рурку глубоко все равно. Последние два года чудовище, как его ласково называют журналисты, встречается с не то чтобы красавицей Настей Макаренко, моделью из России. И вот-вот делает ей предложение, вызывая тем самым шок и инфаркт у всех, кто его знает. Помаши рукой, скажи привет. Микки и Настя знакомятся, когда Рурк выбирает девушек для фотосессии. Фотография Насти радует не только глаз актера, но и все остальное. Макаренко, естественно, тоже не оставляет его без внимания. Вот теперь я влюбился по-настоящему, всерьез. Серьезность своих отношений с Настей Рурк демонстрирует во время приезда в Россию. Первой же ночью он приглашает в свой номер в отеле всех попадающихся на пути и согласных на все девушек, и всю ночь проводит явно не за игрой в шахматы. Как это ни удивительно, Настя и Микки не расстаются, а их друзья уверяют, что после знакомства с моделью актер начал ходить, а вернее бегать налево, значительно меньше. Я изменился, хотя мне многие не верят. Я реально изменился. Ты изменился, хочешь сказать, да? Несмотря на то, что Рурку в сентябре стукнет 59, а его будущей жене всего 24, и на то, что раньше он был вот таким, а сейчас такой, выглядит пара на фотографиях вполне счастливой. Главное, чтобы в результате не получилось так, как в предыдущих браках Рурка, когда он просто избивал своих жен, а потом, как следствие, они расставались. Тем более, что в отличие от Мела Гибсона, который выбил Оксане Григорьевой всего пару зубов, Микки может выбить всю челюсть разом. Не зря же он несколько лет профессионально занимался боксом.